Все свободное время он посвящает авиамодельному спорту. Карьера будущего авиаконструктора Кирилла Фролова начиналась в 3-м классе с моделирования маленьких картонных самолетиков. Со временем макеты выросли и достигли в размахе крыла 1,80 м. Взлетает такой резиномоторный самолет на 100 метров, после чего переходит в планирование и набирает высоту почти в 0,5 км. Здесь в нем установлен электронный таймер, в котором прежде всего я программирую его перед полетом каждым. Вот, там время устанавливаю, углы. И моя задача только его грамотно и четко выпустить его в поток. Именная премия губернатора Самарской области была учреждена в 2004 году с целью поощрения талантливой молодежи региона. За это время дипломами и денежными призами отметили свыше 1300 ребят. Сегодня премию вручили победителям в номинациях «Социально значимая деятельность» и «Научно-техническое творчество». Награды получили дети от 7 до 18 лет. Это в первую очередь наши школьники, но и студенты младших курсов наших профессиональных образовательных организаций, вузов тоже вполне могут претендовать. Для этого необходимо отличиться и иметь достижения на уровне не ниже областных, а лучше всероссийских и международных в том направлении, в котором ты участвуешь. Ежегодно дипломами награждают 60 человек в разных номинациях. Что особенно важно, отмечают организаторы, у лауреатов есть возможность оправдать свои проекты материально. Победителям вручают денежные премии в размере 12 000 рублей. Ольга Павлова, События.